что это время прошло. Да ладно, ладно. Хватит издеваться. Сам гордись. Ну, казалось, только я хотел сказать, что Жуан меняет тенденцию. Ну, как говорится. Хороший поворот. Сейчас решил мячом. Я надеюсь, мы еще его увидим. А сейчас иду, как-то вот ему понравилось бить поворотом. Сумение 3-2. Опасный выход. Что? И еще одна атака Тюмени. Открытый футбол такой сейчас, да? Вот это фол. Это желтая карточка. Отложенная должна быть, на мой взгляд. Ничего. Жуан привел приговор в исполнение без участия арбитров. Да. В обиде на 13 номер своей команды. Но все классно сделал, несмотря на... Смотрите, как здорово. На месте обыграл и... И не было продолжения, простите, стоит не в той позиции, спасти свои ворота. Еще один хороший момент для этого был. В честь гостей они продолжают атаковать и очень настойчиво ищут пути к воротам соперника. Нагуманов, Марадудов, Фол.